Вы разобрались по парам? Андрюха, даже ты не падаешь, да. Работаем. Ну, а где удержание? Где удержание? Где удержание, я спрашиваю? Да, Викуля. А? Можете еще раз показать? Да, сейчас иду.
Вика, делай пока. Без того, чтобы поднимать, поставь руку на шею сюда и переднюю подножку. Ты делаешь. Сейчас я иду. Бросай, да. Сейчас иду, Викуля. Что? Подойди. Подожди, сейчас я включу и иду. Давай, давай, давай. Без того, чтобы поднимать. Давай, давай, Макс. Он тебя бросает. Не ты его, а он тебя. Не поднимай его, Макс. Не поднимай. Руку не выставляй, примешь. Нет. Что? Еще. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Так что же я не останавливаюсь? А что он будет делать? Ну что он будет делать?
будет просто перебочек. Дальнобочник. Для того, чтобы дальнобочник, для этого надо учиться. И не один год, за 3 года тебе не дадут права. Что, ты стал на права, и тебе сразу дальнобочником дали? Сядь на крыльях. А теперь скажи, куда ты грузом будешь ехать? Вадик, на машине, в Таиланд. Где грабли, знаешь? А я так сказал. Чего ты так сказал? Есть навигатор. Сядь. Я знаю. Нет. Все здесь навигатор? Ну хоть географию чуть-чуть смотрите, хотя бы. Ну тогда вот от Молдовы в куда? Турцию. Какой? Турцию. Да. От Молдовы в Турцию. Так будет два окружать, не через море. Будет окружать. Что окружать? Как он море? Так, через другие страны. Эй! Еще раз. Сейчас все сократится. Все сократится. Руку убери. Еще раз я говорю. Водитель сейчас не будет сам разобраться. Ты не видел? Ты же не смотришь слово. Вот плохо. 10 километров стоят вот эти как. Они всегда стоят. Не всегда стоят. Но сейчас потому, что ванны не работают. В Украине. Через Украину не пускают. Они решили тогда через Прибалтику, Калининград, Белоруссию. Там выстроились украинцы и не пускают. 10 километров стоят. Груз портит. Это. Что сейчас дальнобойщики зарабатывают? Очень много. Они зарабатывают много, когда есть работа. А когда они стоят, и товар портится, он привез, он получает мало. А те, кто в Украину заехали, у них в связи с своими положениями все, что было в этом самом, оставили на Украине. И все. Они приехали домой чистые. А шеф спрашивает, где груз? А он говорит, на Украине взяли. Вот и плати. Еще раз встал. Еще раз. Не надо вам делать красивые броски, поднимать и здесь на противника просто надо сделать. Просто его завалить, сделать, удержать. Значит, отсюда что, поворачивать, просто становитесь на колено. Раз. Для того, чтобы его не убить. Дальше. Эй. Вот ты на этом погорел, когда тебе Света Турич говорил, что невозможно удержать без одежды человека, который тренируется. Ты же тренируешься? Да, ты знаешь дзюдо, ты знаешь грек, ты знаешь самбо. Но ты не тренируешься, мышцы у тебя слабые. Хоть ты потянулся 15 раз, но это не говорит о том, что ты можешь еще раз потянуться, еще раз. То есть мышцы устают. А раз устают, то он вытаскивает голову, заходит назад и 4 балла. Вы делаете 2, а он 4. Поэтому еще раз, когда вы держите, вы даже держите неправильно. Вы берете, я даже не знаю. Если вся рука ушла, все, значит ногу надо вот сюда. Вот. Оп, видите, я одной рукой на бой уже держу. Если Макс начинает стараться уходить, старается уходить, видите, какой я слабый, то ему тяжело уйти. Надо сразу Макс уйти. Эй, что ты улыбаешься, дядя? Вот ты сейчас балуешься, у тебя будет борьба, и ты на этом погоришь. Есть такая особенность. Вот что меня кто не слушает, на то мы погораем. Вот такая просто особенность. Это я знаю. Чем ты встал? Ты же размялся. Ложись. Я еще раз буду дышать. Ой, извини. Но только ты 3 раза тяжелее. Еще раз поэтому встал на колено, завалил. И аккуратно скоростью в руку. Еще раз посмотрите. Посмотрите. Если вы держите руку здесь, естественно, он упирается вот в стол. Поэтому стараться сюда, да. Вот.
Вот у вас зарплат. Не надо вам ни кимоно, ничего. Вот у вас зарплат. Вот у вас зарплат. Вот это вот. Дальше. 5 секунд прошло, 3 секунды. Не надо ему болевой делать. Не надо. Нафиг он никому нужен. Бросьте, уйдите, и все. Уйдите от него. Заработали свои баллы. Встаньте в стойку. Встаньте в стойку. Вы же в стойке боретесь хорошо. А не в парке. Встали в стойке, походили, походили. Раз бросок. Удержание 3 секунды. Раз, и встаньте в стойку. Боритесь больше в стойке. Еще раз показываю. Отсюда, стараться здесь или сами взять за руку, видите, держать руку. Сами. Или, если вы выбираете руку, тогда свою дайте руку. Вот дайте свою руку. Раз, два. Держит. Вот он держит. Раз, вот ты. Отсюда раз, зашел. Вот на колено. Раз отсюда. Раз и сразу достаем. Достаем колено отсюда. Душите его сразу здесь. Посчитали вдали этот сразу. Бросил, ушел. Ну не слабее вас, Паркер. Лучше борется. Да. Эй, вы. Что вы сейчас будете делать? Андрей, ко мне. Куда ты пошел? Опять кто-то звонит? А? Мне там. А, там звонит. Пусть звонит. Иди садись, пожалуйста. Вы, мелочь пузатая, все сюда. Что вы делаете? Сейчас вы работаете. Потом они борются в парках. Ваша задача взять заклад. Здесь. Куда? Еще раз. Поднимаете руку и делаете шаг. Смотрите. Раз, два. Еще раз. Я здесь возьму. Раз. И подвернуться. И выйти. Еще раз. Ручку поднять. Сделать шаг. Раз, два. Развернись. Видите? Вот вы должны как стоять. Не надо поднимать. Не бросать. Выйти. Опять поднять. И сюда. Вот я сейчас размялся. Сейчас я беру правильный захват. Раз. И сюда. Оп. Два. Такое тяжело. Значит, берем односторонний. И оп. Понятно? Да, да. Встали. Можно мы снимем? Нет, Андрей. Пучками делаешь. Бери, Андрей, вот туда делаешь пучками. 300 раз. Так, иди сюда. Вот сюда. Кто там у нас самый высокий? Вот туда встань. Вот туда встань. Эй! Встань вон туда. Встань вон туда. Так. Вот туда встань. Один туда, другой сюда. Так, вы вдвоем ко мне. Один сюда, один сюда. Ко мне вдвоем. Дам туда. Лучками делаешь. Ты делаешь ему лучками. Ты подворачиваешься к нему. Так. Иди сюда. Мат сюда встать. Ты подворачиваешься к нему, ты его лучше. Так, вы встаньте туда, я вас не просил. Так, идите сюда вдвоем. Быстрее. Сюда вдвоем. Так. Один сюда, другой сюда. Вперед, работает. Так, иди сюда. Вы вот сюда. Он подворачивается. Правильно, правильно. Через спину с колен. Ты ему подворачиваешься. Паш, смотри. Где рука? Где рука? Бросок через спину с колен. Вот. Через здесь, через здесь. Идите сюда. Ты держишь меня. Куда? Куда? Потом сяду и мне подумаю. Вот так. Вышел.
Вот так вот я. Поднимаю руку. Раз и сюда. Все, пожалуйста.